Друзья, здравствуйте! Сегодня буду пробовать мою сушилку из Идри. После разборки я ее еще не пробовала в ней сушить. Сегодня буду сушить киви, и у меня еще есть бананы. Вот я буду сушить киви. У меня такого зеленого цвета, поскольку я вымочила их немножко в зеленой спирулине. Вот такая спирулина у меня. Но эти киви я буду использовать только для декора. Мне просто нужен очень такой зеленый, хороший, насыщенный цвет. Поэтому они такие вот ярко-зеленые. Здесь у меня в тарелке еще обычные киви. Я тоже сейчас все их нарежу и буду сушить. И потом скажу, как работает моя сушилка после разборки и сборки. Вот, я поставила уже 6 лотков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И один у меня самый нижний. Я его не использую, но он у меня есть. Я люблю, чтобы воздух снизу тоже проходил, чтобы не ставить первый лоток сразу на основу. Итак, температуру я буду ставить 50 градусов. Поставлю, наверное, не знаю, часов на 14. Вот так. И поехали. Вот, сушилка заработала. Посмотрим, как она будет сушить. Надеюсь, что все хорошо. Так, прошло уже больше, чем 14 часов. Сушилка уже выключилась. Поддерживает режим 30 градусов. Ну, просто она среди ночи выключилась. Сейчас утро. Я уже сейчас буду смотреть, как она все высушила. Сейчас выключу, чтобы не гудела. Так. Ну, вот бананы. О, прекрасно высушились. Класс. Работает, в общем, она отлично после сборки-разборки. Киви тоже сухенькие, красивые. Но вот все равно натуральный цвет киви мне нравится гораздо больше, чем подкрашенный. Они вроде бы потемнее там как-то. Ну, натуральный цвет есть натуральный. Я вообще сторонник натуральных цветов. Вот. В общем, все с моей сушилкой хорошо. Я рада, сушит она отлично. Я думаю, все-таки была, конечно, проблема в том, что вентилятор был забит и было много жира, пыли и мусора. Так что все в порядке. Если у вас случается тоже такое, что сушилка сушит хуже или забивается, или что, если есть гарантия, несите в сервисный центр. Ну, а если уже нет гарантии, то не бойтесь разобрать, помыть, почистить, снова собрать. У меня она работает отлично теперь.